и дамы и господа, мы начинаем. То, что вы сегодня увидите и услышите, концертом не является. Однако и спектаклем в чистом виде наше произведение назвать тоже трудно. Это не концерт, это не спектакль, это ассамблея. Жанр ассамблеи в зимние сезоны в 80-е годы 18 века ввел в употребление и в моду придворный композитор двора Его Императорского Величества, Священной Римской Империи Иосифа II, капельмейстер, музыкант, пианист, Вольфганг Амадей Моцарт, которого, только благодаря которому мы и помним, кто такой Иосиф II. Некоторое время моцартовские ассамблеи были довольно популярны в венских частных дворцах и особняках, а также в общественных местах, в библиотеках, в музеях, в небольших концертных залах. И сегодня мы делаем попытку возродить этот жанр. Одной из основных особенностей ассамблеи является то, что раз начавшись, вернее, когда она началась, никто, ни музыканты, ни артисты, ни зрители не могут сказать, чем же, собственно говоря, все это закончится. Впрочем, я выражаю надежду и почти уверенность, что когда дело будет приближаться к концу, мы с вами как-нибудь уж об этом догадались. Ну, а теперь музыка. Thank you.
меня, Бастье. Ты покидаешь свою возлюбленную. О, как это неучтиво! Ты клялся мне верности. Разве ты забыл, что ты мне обещал? Мой Бастье покидает меня. Я зову его непрестанно, но все напрасно. Стоит мне подумать о нем, как слезы наворачиваются на глаза. А ни о чем другом я и думать не могу. Неверный! Ради смазливого личика ты отворачиваешься от меня. О, какая это мука! Несчастная любовь, прощай! Спокойной ночи! Предсказать счастье паре красивых глаз. Но только у меня нет денег. Ты можешь довольствоваться вот этими сережками. Я дарю их тебе. Ступай, дитя мое, со своими сережками. Как? Ты отказываешься? От такой хорошенькой девушки я предпочел бы получить пару горячих поцелуйчиков! Нет, нет, что ты! Все мои поцелуйчики предназначены только Бастьену. Ну, будь добр, позволь поговорить с тобой о моем замужестве. Ну, что ты мне посоветуешь? Я должна умереть? Умереть во цвете лет? Этого не может быть. Это было бы слишком печально. Ну, люди говорят, Бастьен бросил меня.
Не огорчайся по этому поводу. Какое счастье! Он все еще считает меня красавицей. Он любит тебя всей душой. Но он не изменил. Твой Бастен немного легкомыслен. Твоя красота крепко держит его. Однако, если мы когда-нибудь поженимся, я не пожелаю его ни с кем делить. Тебе это понятно? Успокойся. Твой возлюбленный не изменил тебе. Он влюбился лишь во внешний лоск. Внешний лоск? Значит, кто-то сумел очаровать его сильнее, чем я? Его. Она осыпает его дорогими подарками в обмен на его любезности. Видимо, у нее туговато с любовниками. Если за привязанность приходится платить... Учиться за твоего ветреника. Он вернется. Я клянусь тебе. Но тебе придется по-иному повести себя с ним. Тебе придется стать немного шаловливее, легкомысленней, хитрее.
Любовника привести к постоянству можно только с помощью шуток и розыгрышей. Но это будет нелегко. Только я вижу его, как теряю дар речи. Я могу только думать, белоснежны ли мои рукавчики, верно ли лежат складочки, правильно ли зашнурован корсаж, и не задралась ли моя юбка, и не испачкались ли туфли и чулки. Нет, так дело не пойдет, дитя мое. Чтобы привести к постоянству, нужно самой казаться немного ветреной. Нужно притвориться, что сама готова бросить его, хотя на самом деле вся душа рвется к нему. Вот, смотри, как надо. Так поступают городские дамы. Муа! So machen es die Damen in der Stadt. Auf den Rat, den ich gegeben, den ich gegeben. Sei mein Kind mit Fleischbäder, sei mein Kind mit Fleischbäder. Парочка
Настоящее чудо. Такую невинность едва ли где-нибудь встретишь, кроме как в деревне. В городе даже младенцы в пеленках, и те намного хитрее. И часто дочка знает поболее, чем мать. Ну вот, он идет, наш любовник, которому предпочитают баронов. Вы, самодовольные дамские годники. Вы, самонадеянные покорители сердец. Вот вам урок. Ваши красавицы бегают за деревенскими парнями. А вас, милостивые господа, едва замечают. Время сбора винограда прошло. Вас видят хозяин. Тебе дали отворот, поворот. Иди ты. Тебе что нравится? Меня дурачить? Чтобы моя Бастиена отдала кому-нибудь свое маленькое сердечко? Нет, этого не может быть. Она так сильно меня любит, что не отдаст свое сердечко никому другому. Она-то, может, и не отдаст. Но позволит взять! Позволит взять? Он вежлив, богат, красив, любезен. Мучитель! Откуда?
Откуда ты это знаешь? И как это могло произойти? Аусмайнер Ракун. Твое искусство? И ты думаешь, я этому поверю? Помоги, а? Вы, бедолага. Как это может быть? Вы, бедолага, скоро ты об этом узнаешь. Подстаузенд. Биби, их же умглюклиш. Подстаузенд, зон умглюкли. Можно иметь множество хороших вещей и вдоволь богатств. Однако, один хороший денек может потянуть за собой сотню прескверных дней. Мне страшно. Да я вне себя от гнева. Да ты шреклиш фор мич, ich bin darüber ganz außer Милый господин Халар, а ты не мог бы мне помочь вернуть мою любимую Бастиену? Арма Киндер, бедные дети. Больше всего на свете я люблю, когда люди ладят друг с другом. Гладят? Ладят, ладят. Погоди минуту. О! О! Ich will mich in meinem Zauberbuche! Zauberbuche! Посмотрим, что там написано про твою судьбу. Себастьян, ты скоро снова увидишь свою пастушку. Увижу. Я смогу ее обнять? Конечно. Если только ты не бесчувственная жертва. Ой! Ой! Себастьян! Ступай. Ага. Куда? Туда. Туда. И береги лучше, чем прежде, свое истинное счастье. Bloß ein Reichstift, meine Verwandtschaft.
населяющих Европу и говорящих на разных языках, до сих пор из уст в уста передаются истории о юноше по имени Джованни ди Пьетро Бернардоне, известном в истории и в нашем сознании как Святой Франциск. Юноша этот жил почти 1000 лет назад. Современники оставили нам довольно туманное сведение о его реальной жизни, поэтому фантазия рисует нам вольные картины идиллии и радости. Так давайте же пойдем по этому пути и вспомним одну из легенд, чтобы просто и наивно поверить в чудо. Легенда эта называется «Святой Франциск и птица». И звучит она примерно так. Святой Франциск поднял глаза и остановился под деревом, на котором расселось великое множество птиц. Он начал разговаривать с птицами, а те сидели и с удивлением слушали незнакомые звуки. Он сказал им: «Мои сестрички, птицы, вы принадлежите миру и Богу. Летаете повсюду, не пашете и не сеете, а летаете и просто поете, и при этом кормитесь сами и кормите ваших деточек. Другие пашут, сеют, летать не умеют и добывают хлеб свой тяжелым трудом. Что ж, наверное, Бог очень любит вас, раз наградил столь щедро». Все птицы вытянули шеи, расправили крылья, наклонили головы и молча слушали странного человека, говорившего на неведомом им языке. Думая, что птицы поняли его, святой Франциск поднял руку и осенил дерево крестным знаменем. Испуганные птицы тут же взмыли в воздух, наполнив мир звуками и пением. Святой Франциск смотрел им вслед с улыбкой, думая, что птицы поняли его. А птицы летали себе в поднебесье и пели свои неведомые песни. С тех пор и мы думаем, что, распевая свои неведомые песни, птицы воздают хвалу Богу, давшему им голос и научившему их летать.
ее окончательно. Неблагодарный. Меня заметил. Боже, как бьется мое сердце. Черт побери. Не знаю, что и делать. Боже, я и не заметила, что бегу ему навстречу. Смелее. Скажу ей все прямо. Смотри-ка, ты уже здесь. Гляди-ка, и я тоже тут. Но ты как? Что с тобой? Откуда такая робость? И что за гримаса? Кто ты? Прочь! Я тебя не знаю. Что ты такое говоришь, Августина? Ну, взгляни же на меня. Ты больше не хочешь знать своего Бастиена? Ты мой Бастиен? О, нет! Этого больше не будет никогда! Mein Herz geht vor Regen, es liegt
прощаться! Судя по всему, тебе совсем не трудно сбежать от меня, неверный! Нет! Судя по всему, это ты очень довольна, что я собиралась уйти! Разумеется, сударь, вы вполне вольны поступать по своему усмотрению. Скажи, ты это серьезно? Да. Так скажи, мне остаться? Да. А нет! Dein Trotz zermürbt sich durch mein Leiden. Wohl ein den Augenblick hol ich zu deinen Freuden mit Messer, Dolch und Schwert. Viel Glück! Ja! Mit Messer, Dolch und Schwert. Viel Glück! Für mich zu erhängen. Viel Glück! Nicht im Allegnen, im Bad mich zu ertränken. Viel Glück! Viel Glück zum kalten Bad. Viel Glück! Viel Glück zum kalten Bad. Ну, в чем дело? Что тебя держит? Чтоб топиться в холодной воде. А что держит? Ничего. А просто... Ай, просто я вспомнил, что не умею плавать, да. А еще перед своей кончиной я хотел бы с тобой поговорить. Со мной? Да. Поговорить? Да. Нет. Как? Я больше не желаю тебя слушать. Why is the sun bright?
Дамы и господа, дорогие дамы и господа, мы очень рады вас сегодня, Международный день театра, видеть на этом нашем маленьком домашнем семейном, таком большом празднике. И сообщаем вам, что это второй вечер фестиваля «Моцарт и порог бесконечности». Я вам говорил о первом, который был несколько недель назад. А в третьем вечере нас ждет встреча с удивительным человеком. Человеком, который держал в руках волос с головы Вольфганга Амадея Моцарта и исследовал этот волос на спектральной лаборатории в Обнинском институте ядерных исследований. Вас ждут поразительные совершенно факты из жизни, и тайна ухода Моцарта. На некоторые свет проливается, некоторые факты становятся еще более загадочными. Когда это будет, вы узнаете у Валерии Петровны и у нас на сайте. А сейчас громадное вам спасибо за поддержку, с праздником, и спасибо. Мы вас тоже поздравляем.